10 соток под строительство собственного дома. В Маргаушском районе очередная многодетная семья получила сертификат на землю. Участок земли 118 гектаров отвоеван у серых перекупщиков. Теперь здесь разместится коттеджный поселок со всей инфраструктурой. Наша съемочная группа одной из первых поздравила семью Грачевых. Самый младший член семьи Грачевых, Коля, родился только в этом году. С появлением третьего ребенка семья стала многодетной. Теперь Надежда и Вячеслав растят трех богатырей. По закону вы имеете право получить земельный участок для жилищного строительства. Вам предоставляется 10 соток. Участок расположен в Кадикасинском сельском поселении. В преддверии праздника День Матери мы очень обрадовались, что нам вручат этот сертификат, так как мы давно уже ждем и мечтаем, так как у нас 3 сына, квартира уже маленькая становится. Планировали мы и раньше, что нужно строить дом, а тогда, когда мы узнали, что это уже около Волги, в Кадикасинском сельском поселении и недалеко от города Чебоксары, мы очень обрадовались. Повезет Грачевым не только с местом, но и с соседями. Сейчас на территории Кадикасинского сельского поселения Маргаушский район формирует 111 земельных участков для многодетных семей. У нас планируется до конца года, и задача перед органами местного самоуправления стоит в том, чтобы те, кто на сегодняшний день стоит на учете, им земельные участки предоставили. Чтобы жить было комфортно, домов, участков и хороших соседей недостаточно. Нужны коммуникации, детские сады, школы, дороги и магазины. Руководство района утверждает, инфраструктура не заставит себя ждать. Ольга Пырочкина, Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика.